Среди горных массивов Пиндус и Андихасия, на небольшом расстоянии от реки Пиньос, возвышается над Калабакой и живописным Кастраки скалы Метеоры, важнейшего после Святой горы монастырского центра. Величественный пейзаж с первого взгляда поражает и вызывает трепет. Здесь сразу ощущается величие природы, которая выбрала это место, чтобы создать неповторимый пейзаж. Многие выбрали и продолжают его выбирать в поисках духовного покоя и равновесия. Спасение души здесь искали и первые отшельники, которые, похоже, обосновались в углублениях скал Метеоры в XI-XII веках. Они собирались для общей молитвы в храме Богородицы, который являлся центром первого поселения отшельников – Скита Дупианис. В XIV веке монах Нил основал здесь, закрытый сегодня, монастырь Сретения Господня и собрал разрозненных отшельников. Затем были основаны и другие монастыри. Большое развитие получает монашество в Метеоре в XVI веке, когда были обновлены и расширены старые монастыри. Сегодня здесь 6 действующих обителей. Монастырь Великий Метеор, Мегалу Метеоро, или Преображение Господне, монастырь Варлаама, обитель Святого Стефана, обитель Святого Николая Напавсоса, монастырь Русану и Свято-Троицкий монастырь. Архитектура высочайшего уровня, настенные росписи XVI века, иконы, рукописи и церковные сосуды монастырей впечатляют и просвещают посетителей. Со скал, где стоят монастыри, паломник может насладиться видом пейзажа Метеоры и ощутить душевный подъем.